Лето можно провести весело, интересно и с пользой, и в Лабытнангах. Школы и центры детского творчества на время каникул стали летними лагерями. Только за первый месяц там приняли 350 человек. Работают площадки уже с 1 июня, а сегодня состоялось торжественное открытие первой смены. Никуда не поехал на отдых – не беда. Летом всегда есть чем заняться, находясь в городе, особенно если ты отдыхаешь в пришкольном летнем лагере. У каждой смены своя тематика. Сегодня прошло открытие первой, посвященной году экологии. На первую смену укомплектовано и планировалось 350 детей. Все лагеря укомплектованы, еще подходят, есть желающие. Естественно, в первую очередь комплектуются все детки из малообеспеченных, в общем, из льготных категорий, согласно постановлению администрации. А что еще нужно, чтобы весело провести каникулы? В компании с активными и веселыми вожатыми ребята чувствуют себя комфортно, а их настроение, несмотря на дождливую погоду, летнее. Светлана Кузьминчук в должности вожатой в лагере школы номер 8 впервые. Работать с детьми, говорит она, весело и интересно. Тем более их смена называется «Сказочная планета», где ребят ожидает множество приключений и чудес. Если мы не так уроим без кощея, или Бармалея, и Славу Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый закатет. Все дети любят сказки, и я думаю, что всем лагерям это понравится, потому что там будет о сказках, интересные истории какие-то рассказывать, свои жизни, сказочные истории. Будем конкурсы проводить разные, тоже сказочные. Все, что связано с сказкой, будет у нас. Сегодня на торжественном открытии первой смены отряды представили свои визитные карточки. Ребята посещают летние пришкольные лагеря по различным причинам. Кто-то еще не уехал в отпуск, а кому-то нравится проводить свои каникулы в родном городе. Ведь здесь тоже можно узнать много нового и интересного. Я хочу провести хорошо время, и я решила записаться в лагерь и именно в свою школу, потому что я здесь учусь, и тут очень рада атмосфера. Я в июне оказался, никуда не еду, и мы с другом решили пойти в пришкольный лагерь, и выбор пал на ЦТТ. Тематику мы узнали только недавно, тематика хорошая, интересная. Надеемся, что будет все интересно. Пришкольные лагеря созданы на базе 1-й, 8-й школ и гимназии. Не будет пусто в учреждениях дополнительного образования. Как обычно, ребят примут центры детского и технического творчества. Веселыми играми, спортивными состязаниями, познавательными конкурсами, развлечениями будут охвачены порядка 600 ребят. В организации досуга ребят будут задействованы учреждения спорта и библиотеки. В летние каникулы мальчишкам и девчонкам в Лабытнангах скучать точно не придется. Дарья Смородова, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».